Добрый вечер, драгоценные. Рад вас всех видеть. Чудесное помещение. Аминь. Все потихоньку настроится, наладится здесь. Мы разговаривали с пастором, и чье помещение здесь, да, то есть очень интересная семья и очень благословенная семья, да, то есть он с Иордании, араб, а его жена с Швейцарии, да, то есть они говорят на нескольких языках, получается, то есть это арабский, английский, немецкий, то есть здорово. И на самом деле это помещение, то есть то, что просто чудом Господь дал нам, на самом деле, потому что мы ездили, то есть вот на прошлой неделе как-то так получилось, что нам просто сообщили где-то вот под конец недели и сказали, именно на этой неделе, да, получается, да, под конец недели нам сообщили, что больше нет возможности нам арендовать то помещение, в котором мы находились, и мы приняли это как от Господа, и на самом деле это произошло от Господа, потому что мы понимали, что мы там ненадолго, но Господь приготовил нечто лучшее, на самом деле нечто лучшее, где мы можем собираться и прославлять нашего Господа. И это не будем зависеть ни от кого, то есть в 5:30 начинаем служение и можем здесь прославлять Господа, общаться, то есть тут как бы до упора наше время. Слава Господу. И на самом деле чудным образом, я вам хочу сказать, на самом деле, мы изъездили весь Иерусалим, мы тут катались и там, и сям, мы ходили по разным храмам, где мы только не были, и под конец мы приехали сюда, и чудным образом просто пастор сказал, что вы знаете, я, говорит, несколько лет уже молился, чтобы сюда пришли именно еврейская какая-то община, для того, чтобы могли здесь прославлять Господа и на иврите. И на самом деле он просто обрадовался и сказал «Вау!» Слава Господу! Аминь! И слава Господу! И, дорогие, сегодня мы на самом деле продолжаем наше служение в Иерусалиме, да, сегодня, наверное, четвертый раз, как мы продолжаем свое служение здесь. Я верю, что здесь много и много-много людей поднимутся, которые встанут и станут столпами в церкви Бога Живого. И, вы знаете, было приятно сегодня пообщаться с нашими людьми, я не хочу сказать прихожанами, потому что у нас прихожан вообще в церкви нету, у нас все чем-то занимаются, но на самом деле общался вот с Галиной, да, тоже вот здорово, и она говорит, вы знаете, чем ваша община отличается? Тем, что здесь она переживает реально живого Бога. То есть это присутствие Бога она переживает именно здесь. И это дорогого стоит на самом деле, когда Господь является и касается нас, наших сердец. И сегодня будет нам служить молодежный наш пастор Авиэль. Слава Господу, давайте поприветствуем его. Аллилуйя, слава Иисусу. Добрый вечер. Не, я могу, смотрите, здесь есть вообще на самом деле, еще вот так могу стоять. Я боюсь, я в кадр не влезу просто. На самом деле большая честь служить в помещении, которое изначально было задумано как церковь, как храм, храм поклонения Богу, который даже создано как храм поклонения живому Богу. И давайте, прежде чем мы начнем слушать Слово Божие, мы помолимся с вами за то, чтобы это Слово Божие действительно дошло до каждого из нас, потому что проблема современных, вот об этом вчера говорил пастор Игорь на служении, проблема современной церкви, что очень много неверующих верующих. А если мы говорим, что вера, она от слышания слова, то неверие, соответственно, от неслышания слова. А слово какого? Слово Божьего. И я хочу, чтобы сейчас просто каждый из нас помолился сам в себе, в сердце. Можете следовать моей молитве, можете, спасибо, можете сами что-то проговорить, потому что никто, кроме вас, не знает, почему вы сегодня не слышите Бога, на самом деле, если вы не слышите Его. И это может быть потому, что вы еще не слышите Бога. Это может быть потому, что вы временно Его не слышите. А может быть потому, что вы Его
не хотите слышать. И это тоже нормально. Потому что мы в истории знаем, читая Писание, что очень много людей, героев веры, да, Божьих людей, на некоторое время отказывались слушать Слово Божие. И отказывались не потому, что они не любили Бога, или не потому, что они не соблюдали заповеди, а потому что они просто понимали, что если сейчас Бог что-то скажет, им придется что-то сделать. И вот они очень не хотели чего-то делать. А в большинстве своем Бог настолько часто приходит нам и говорит: «Сделай то, что тебе максимально некомфортно». Мы думаем: «Нет, это не от Бога». Ведь Он же знает помышления свои о нас во благо, а не во зло. Да? Отец Небесный, мы благодарим Тебя за этот вечер. Господь, я прошу Тебя сейчас просто здесь, в храме Твоем, Господь, приди Духом Своим Святым каждому сидящему здесь, Господь, просто во имя Иисуса Христа, Господь, я прошу Тебя, просто убери всю эту пелену неслышания Слова. Господь, открой нам духовные уши, Господь, чтобы мы слышали все, что Ты хочешь говорить нам в сердца, Господь, не только сегодня на этом служении, но и каждый день, Господь, потому что, Господь, мы приходим в храм, Господь, не потому что мы хотим поклоняться Тебе здесь, Господь, мы хотим сделать поклонением всю нашу жизнь, Господь. Мы хотим поклоняться Тебе каждый день, мы хотим слышать то, что Ты хочешь донести до нас. Потому что это именно то, что Ты сказал, будет, если мы хотим жить и жить с избытком. Господь, просто сейчас коснись каждого, убери эту пелену, убери это покрывало, Господь. Убери все эти преграды, все твердыни, которые мешают слушать и слышать Слово Твое. Во имя Иисуса Христа я прошу Тебя, Господь. Аминь. Аллилуйя. Итак, наша вера, как мы уже с вами понимаем и знаем, она от слышания слова. Да? Вернее так, Писание говорит, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. И на самом деле получается, что если мы слышим, но не Слово Божье, то на самом деле мы не слышим, мы глухи. Мы слышим какой-то шум, и впоследствии к этому шуму привыкаем. И этот шум становится частью нашей жизни. И мы приходим сюда, мы приходим домой, и для нас, в принципе, ничего не меняется. Здесь у нас семья, в которой все нас любят, все нас обнимают, и тортик понесут, и с днем рождения Олега поздравят, и Ольгу поздравят с днем рождения специально. И все будет классно, и Ларикину дочку поздравят с 18-летием, и все супер вообще. Представляете, вот в один день, когда домой приду, нас там тоже любят. Ну, только вот мусор не вынесут, и посуду не домоют, и какой-то носок на телевизоре висит, там непонятно почему, там кто-то пришел, вот как идет, раздевается там, и удобно проследить путь, да, сына или дочери, ну, дочери меньше, сына больше, да, в свою комнату. И вроде и там любовь, и здесь любовь, и там любимые люди, и здесь любимые люди, но что-то на самом деле в жизни происходит, и мы понимаем, что в нашей жизни ничего не происходит. Мы стоим где-то посреди пустыни, возле какой-то горы, как евреи возле горы Синай, и думаем, а дальше что? И ищем кого-нибудь, кому сказать: слушай, ты сам туда поднимись, что-то мне страшно. А то что-то, знаешь, там дым, огонь, что-то. Ну, понятно, там Бог, все, ты вот давай, пастор, слышишь, это, туда-обратно, и потом расскажешь, что там было. Второзаконие книга начинается, она на иврите называется книга «Дворим». Потому что начинается она со слов «Элеха дворим ше амар Моше». Эти слова, которые проговорил Моисей израильскому народу. Это не Бог говорил. Все говорят «дворим», потому что Бог говорил. Нет, это Моисей проговорил. И он напомнил слова Божьи, которые народ слышал на горе Синай. И он слышал эти слова, и говорят, был гром, были молнии, был огонь, был дым. И вы слышали, и он произнес 10 заповедей. Вы никогда не обращали внимания, что 10 заповедей во второзаконии отличаются от 10 заповедей в исходе? Почему? Никто не задумывался. Потому что Моисей их не со скрижали завета читал, а по памяти. По памяти. Мы как раз поднимали эту тему на домашней группе. Для кого был написан, для кого были написаны скрижали завета? Камнем, Божьим перстом. Для кого? Для вас? А вы видели когда-нибудь, если он для вас записан? Где он хранился? А скиния, в скинии где он хранился?
чем? В коробке. Закрыто, запечатано. Два херувима охраняют. Так для кого написан был завет? На камне. А священники разве открывали ковчег завета? Нет. Так для кого был написан ковчег? Для кого были написаны скрижали? Подсказку. Помощь зала возьмете? Звонок другу? Бог написал его для себя. Так же, как и любой другой завет. Бог его ставит в одностороннем порядке и пишет его так, чтобы его нельзя было изменить. Завет с Авраамом был односторонним. Его нельзя было изменить. Бог прошел между разрубленными животными и сказал, вот так будет. От Авраама там вообще ничего не зависело. Бог с Ноем заключил завет и говорит, значит, я поставлю радугу. Вот как наведу на небо облако, а потом увижу радугу и вспомню, что у меня с тобой завет, и топить больше не буду. И так же было с Моисеем. Бог проговорил эти слова вслух народа своего. Один раз на горе Синай, а второй раз перед входом в землю обетованную через Моисея. И это то, что Бог хочет, чтобы мы делали, чтобы мы проговаривали, чтобы мы слушали. Это есть Тора. Это не пятикнижие Моисея, и не то, с чем танцуют на Симхат Тора здесь, в Иерусалиме и в других городах Израиля. Тора – это завет, который Бог поставил с нами и говорит, слушайте и передавайте детям вашим. И Он говорит, когда передавайте? Когда идешь по дороге, когда сидишь дома. Когда ложишься спать, когда встаешь, когда работаешь, когда отдыхаешь. Везде. Напишите его на дверях дома своего, и на ногах, и на руках, и на глазах, и везде. Чтобы не забыть. Он говорит, я-то запомню. Он говорит, завет мой вечный. Он говорит, если небо упадет на землю, тогда завет наш прекратится. Так для кого был записан завет? Для Бога, а проговорен для нас. И это именно то слышание, о котором мы говорим. Да, мы с вами дети Божьи, усыновленные, кстати. Усыновленные. Вот Иисус, Он его родной сын. А мы усыновленные. И я хочу с вами сегодня поговорить о том, как мы, усыновленные дети, опираясь на второзаконие. Вы знаете, я когда читаю второзаконие и Нагорную проповедь, я как будто читаю одну и ту же книгу. Второзаконие и Нагорная проповедь – это одна и та же книга. Только одну сказал Бог через Моисея, а здесь лично сам спустился и сказал. И вот Павел пишет следующее. Послание к римлянам. Я прошу, чтобы мы открыли с вами Библию, мы сегодня будем много читать Библию. Можно даже открыть Библию в телефоне. Если у кого вдруг случайно нету бумажной Библии. Уже открыли? Уже какую главу сказать? Римлянам 10 глава, с 13 стиха. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали?» Знаете, есть такая молитва, если кому-то будет интересно, есть молитва царя, одного из персидских царей, вавилонских. Называется молитва всякому известному или неизвестному Богу. Вот так называется. Где он говорит, я взываю к тебе, Бог, известный мне или неизвестный мне, за то, что ты простишь мне грехи, известные мне или неизвестные мне, какая-то богиня или Бог, неизвестный мне или неизвестный мне, ну, и так далее. У них был Бог, и звали его Мардук. Слышали про такого? Нет? Слышали, конечно. Вы же о нем читаете каждую неделю, каждый год в Библии, как минимум раз в год, об этом Боге. Вернее, человека, который был назван именем этого Бога. Его зовут Мордехай. Он назван именем вавилонского бога Мардука. Очень интересно, правда? Герой еврейских священных писаний назван именем языческого верховного бога Вавилона. В изгнании длилось всего 70 лет. Всего 70 лет. Были еще люди, которые помнили, как выглядел первый храм, построенный Соломоном. Но имен, связанных с Богом Яхве, у нас нет. Да, евреи были в рабстве 400 лет. Ойли, были ли они в рабстве 400 лет? Нет. Они максимум 50 лет были в рабстве из этих 430 лет. Все остальное время они там процветали.
Но еврейских имен мы там не слышим. Последнее еврейское имя, которое мы читаем, это имя матери Моисея. Остальные все с именами греческих, этих, египетских богов. Очень интересно, да? Ну тогда ладно, у Моисея не было Торы. Но у вавилонян-то, у евреев, пришедших из Вавилона, была Тора. Что сделал Эзра? Кстати, у нас сегодня было открытие новой домашней церкви на очень интересной улице Эзра. Она плавно перетекает из улицы Нехемия, Неемия в Библии, в улицу Эзра, Ездра в Библии. Эзра 15. Там сегодня было открытие домашней церкви у Богдана, кстати. Можно поаплодировать Господу за то, что Господь показал это место именно на этой улице. Именно на этой улице. На улице Эзры, первокнижника Эзры, который знал Библию. Он знал Тору наизусть, и написано, он выходил и с рассвета, и до полудня, стоя на возвышенном месте, читал народу вслух их. Написано, они слушали и плакали. Что же они 70 лет-то делали? Зато Талмуд написали. А слушали Тору Моисея и плакали, и каялись. А давно ли мы с вами слушали Тору Моисея? Ту, которую Иисус проповедовал. Когда евреи вышли из египетского рабства, Бог сказал, я заключу с вами завет, соблюдайте мой завет. О каком завете шла речь? О 10 заповедях? Нет, они еще даже их не слышали. Это был завет с Авраамом. Завет с Авраамом был, я вас освобожу, помните? Говорит, я их выведу сюда и дам им землю. И назвал географические и демографические параметры этой земли. И он освободил их не из рабства. То есть, да, рабство было символом вот этой плохой жизни в Египте. Но он освободил их не из рабства, он освободил их для миссии. Через евреев мир должен был познать, как примириться с Богом. И об этом завете он говорил с ними. Он говорил, я вас выведу, чтобы вы соблюдали мой завет. Не 10 заповедей. Когда он увидел, что это народ, который устами приближается, а в сердце далек, он сказал, окей, тогда пропишем 613 заповедей. И тоже сказал, соблюдайте, иначе не будет благословения. Итак, продолжим читать римлянам. Мы остановились на как призывать того, в кого не уверовали. Как веровать в того, о ком не слыхали? В Израиле нет проблемы с этим. В Израиле у нас все слыхали о Боге. Кто о каком? Но о Боге слыхали все. Павел тоже говорит, Господ много, и так называемых богов много, но есть один Создатель неба и земли. Помните в Афинах? И вы ему приносите жертву, вот здесь вот, сжигаете жертву. Так в кого, о ком слыхали? О правильном ли Боге люди слыхали? Мы говорят, в Израиле бессмысленно проповедовать о Боге. Бессмысленно, я не проповедую о Боге. Кому здесь проповедовать? Здесь все знают о Боге. Вон, придите в Моцей Шаббат, на стену плачет. Черно от тех, кто знает, слышал о Боге. Я когда-то был частью этого клуба. Я столько знаю о Боге за последние 20 лет. У меня одна проблема только была. Я не знал Бога. Я как Авраам, который всю жизнь слышал о Боге, все о нем знает, но Бога лично не знал. Вот Авраам в какой-то прекрасный день к нему пришел Бог и сказал, встань и иди. Знаете, на иврите написано «лех-леха». На современном иврите это «лех-лех». Иди, иди. Ко мне тоже пришел в один день Бог, сказал, иди. Иди в субботу, не важно, что у тебя нет машины, не важно, что ты через 40 километров от твоего дома, найди способ и приди туда. Я нашел способ и пришел. Я не понял, зачем это нужно было сделать. И там Бог меня коснулся и сказал, вот зачем тебе нужно было это сделать. Аллилуйя. Так как веровать в того, о ком не слыхали? Думаете, я не слыхал об Иисусе? Ого, сколько я о нем слыхал. Я все про него, я меня устраивало в нем все, что он пророк, что он мессия, что он все что угодно, только не Сын Божий. То есть, получается, я о Боге-то и не слыхал на самом деле.
Так как уверовать-то, если не слыхал? И там я услышал на проповеди о том, что такое спасение и кто такой Бог, который спасает, и посредством чего Он спасает. Дальше продолжим читать. Как слышать без проповедующего? Как проповедовать, если не будут посланы? А мы не можем пойти. У нас молоко убежало. Нет, нас, конечно, посылают, но в основном не те и не туда. Хотелось бы, чтобы Бог послал, но Он с нами не разговаривает. Обиделся, наверное. Я вот жду, сижу, жду, когда Бог пошлет. Но не посылает. Что с этим делать? А выясняется, что он как раз посылает, он хочет послать на правильную миссию. Он стоит, написано, без перерыва. А мы привыкли к этому. Что там у вас? Соседи ремонт делают. Знаете, человек-сосед, у него вместо рук дрели и сзади кресло, вместо головы колонка такая. Пропустим пару стихов, написано дальше. «Но не все послушалось благовествование, ибо Исаия говорит: Господи, кто поверил слышанному от нас?» Кто поверил? Есть люди, которые услышали и поверили, но они спасены сегодня. Есть люди, которые услышали и не поверили. И мы думаем: ну, я же говорил, что он не поверит, я же говорил, что ему не нужно Евангелие проповедовать. Иона. Он говорит: я же знал, что ты Бог классный, всех спасешь. Чего ты меня сюда послал? А он как раз и послал туда тебя, чтобы ты им рассказал то же самое, только не проходя весь этот сеанс зверской эпиляции, который ты прошел в жертве у кита. Пришел бы нормально одетый человек, с волосами, с бровями, с нормальной своей ближневосточной темной кожей, сказал бы, эффект был бы тот же. Но мы же сами избираем, мы же не ищем легких путей. Тем более мы все из страны Советов, мы с гордостью создаем себе трудности, потом с не меньшей с гордостью их преодолеваем. Да. Ты откуда? Из кита. Из кита я. Дальше. Итак, вера от слышания. И слышание от Слова Божьего. Но спрашиваю, разве они не слышали? Скажите, пожалуйста, если вы когда-то были неверующими людьми, я верю, что среди присутствующих есть пару человек, которые когда-то были неверующими людьми, вы что, не слышали об Иисусе? О кресте? Я больше того скажу, вы даже ходили в какую-нибудь экскурсию в храм? Или вот сюда, через забор, в сад гроба, здесь недалеко. Ходили, наверное. Всякие церкви посещали. Вы что, не слышали? Слышали. Но есть те, кто услышали и поверили. А есть те, кто услышали, посмеялись и дальше пошли. Дальше написано. Напротив, по всей земле прошел голос их и до пределов вселенной слова их. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Кто здесь израильтяне? Поднимите руку, пожалуйста. Окей. Разве Израиль не знал? Знал. Первосвященник Каиафа не еврей вообще. Идумей из Едома говорит, лучше пусть один человек умрет за весь народ, чем весь народ потом пойдет в преисподнюю. Вы думаете, он не знал? Знал. Он же все-таки был первосвященник. Он все-таки входил в святая святых. Было там Божье присутствие или не было там Божье, мы не знаем. Но мы знаем, что он входил в святая святых и живым оттуда возвращался. Значит, он получил откровение это свыше. Это же ведь правильное откровение. А оно мы знаем, если оно правильно, то оно откуда? От Отца Света. Так Израиль знал. Израиль больше того знал, они знали, кто вошел туда, на этом ослике. И когда повесил Пилат на крест табличку «Иисус Назаренус Рекс Иудеорум»,
Иисус Христос, царь евреев, царь израильтян. Они сказали, сними, он не царь Израилев. У нас, они только что кричали ему, Осанна, слава Вышних, бросали ему одежду, пальмовые ветви, а потом кричали, распни его, нет у нас другого царя, кроме Кесаря. И тогда Понтий Пилат, будучи не самым глупым человеком на земле, он сказал, что написал, то написал. Да? Это значит, как он им ответил? Как в свое время Бог сказал Моисею, «Ие, ашер, ие, я буду тем, кем буду». Он утер нос израильтянам в свое время одной надписью деревянной, на деревяшечке, на кресте, на котором был распят великий царь всего мира. Израиль не знал, знал. Они до сих пор настолько знают, что раввинов своих не хоронят 3 дня, молятся, чтобы воскресли. И если не воскресают, то хоронят. Вчера в поезде ехал, подходит ко мне из клуба любителей любавического рэба с этим, с тфилином. Знаете, что такое тфилин? Спутниковая антенна такая, сюда цепляется и сюда. И говорит, ко мне подходит цадик. Ко мне. Цадик, типа праведник. Не хочешь ли положить на себя вот это? Я говорю, откуда ты знаешь, что я цадик? Он говорит, он же пошутить решил, говорит, а танира, ну, ты таким выглядишь. Я говорю, более того, тебе скажу, я уже цадик 4 года как, а ты пока нет. Он говорит, ну, я, говорит, жду Мессию. Я говорю, а я уже его дождался. Мессия придет из Бруклина, он мне говорит. Я говорю, где это написано? В какой Библии это написано? Понимаете? Сколько сегодня Мессии есть? Один из Бруклина, другой из Брюквина. Разные есть. Пропускаем несколько стихов. Исаия смело говорит, «Меня нашли не искавшие меня». Я открылся не вопрошавшим обо мне. Кто из вас сидел дома и говорил, ну когда же придет какой-нибудь проповедник, блин, мне что-нибудь рассказать про Иисуса? Ну где вы, проповедники? Разоходите, дверь открыта. Объявление, придите, проповедуйте мне Евангелие. Никто не давал? Нет? По церквям не ходили? Ну покрестите меня во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы пришли к Господу и узнали Его, никогда не вопрошая Его. Никогда не интересовавшись им. Язычникам невидимый Бог, распятый на дереве, вообще безумием был. И они пришли к Богу и поклоняются. Сегодня 2 миллиарда человек поклоняются Богу, который вывел 600 тысяч человек из Египта, чтобы сказать, соблюдайте завет мой, будете царственным священством. А сегодня кто царственное священство? Об Израиле уже он говорит, целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному. Целый день простирал руки. Они не слышали, они не видели. Они видели огонь, дым, глаз трубный, нашли пастора, сказали, сходи-ка, посмотри, что там происходит. Потом, когда пастор задержался там на некоторое время, он говорит, а, ну, понятно. Все, давай. Теленочка нам построй золотого, вот тебе сережки. Да. Вот Бог, который вывел нас из земли Израиля. Вы думаете, Бог в это время не видел, что ли, что там делается вообще на земле? Так зачем он продолжал разговаривать с Моисеем? Это ты законническую точку зрения. Я не сказал, что он законник, я сказал, что это точка зрения законника. Вот так рождается фарисейство. Давайте вернемся с вами чуть-чуть назад. Чуть-чуть, к основанию мира. Почему остался жив Каин? Не знаю. Фарисеи утверждают, что был. Откуда они знали, что нужно жертву Господу приносить?
Так почему он остался жив? Почему остался жив Хам? Почему остался жив Ханаан? Почему остались живы все остальные? Исаак на жертвеннике остался жив. Потому что Бог усмотрел барашка, запутавшегося в кустах. Писание говорит, мы все спасены по воле Бога, кровью Агнца, закланного до создания мира. Все эти волы, козлы, голуби, которых приносили в жертву в храм, это была реплика, это была копия того, что было уже совершено до создания мира там, в небесном храме, на там установленном жертвеннике, где был заклан тот самый Агнец непорочный. То, что он явился здесь во плоти и в виде человека все это пережил, это было отображение того, что уже произошло от создания мира. Бог каждый раз, в том числе возле горы Синай, когда они, видев все эти вещи, творившиеся в Египте, сделали себе золотого тельца и поклонялись ему, он их простил не потому, что Моисей 40 дней постился и молился. Он знал, что Моисей будет поститься и молиться 40 дней. Он простил их, потому что кровь Агнца уже была пролита. И он спасал их не от греха, он спасал их для Мессии. Для Мессии. И он озвучивал ее на протяжении 40 лет, пока они ходили по пустыне вокруг одной и той же горы. Мозес Турс. Увлекательное путешествие по Синайскому полуострову. Пока последний, рожденный в рабстве, не умрет. Убили ли мы в себе раба греха, который был у нас до спасения? Или мы все еще продолжаем иметь рабскую психологию? Мы там на кастрюле с мясом сидели. А тут что? На кастрюле с мясом. Вот вам перепела. Пока из ноздрей не полезет, будете есть. Уже давятся, уже хватит. Все. Он говорит, ну все. Понятно. Успокоились? Успокоились. И куда бы ни пришли, везде роптали. Куда бы ни пришли. Я просто говорю, вы периодически на себя в зеркало посмотрите, пока я говорю. Потому что я когда читаю, я посмотрю на себя в зеркало и говорю, ну это же про меня написано. Про меня же написано. Я же такой же. Я почему до сих пор еще не в Царстве Божьем? Хотя, как правильно говорил вчера о вас пастор Игорь, что за 2000, не сегодня, за 2000 лет уже можно было покаять 3 раза по 7 миллиардов. Давайте книгу Второзакония откроем. 10 глава. Я смотрю на эти часы напротив, мне как у Жванецкого, знаете, говорит, что вы такой без 15,2 все время? Это барометр. Они умерли где-то без 15,7 в прошлом веке, по-моему, без 20. 10 глава, 11 стих, по-моему, сейчас скажу точно. 12 стих. 10 глава, 12 стих. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой сегодня? Только того, чтобы ты, загибайте пальцы, боялись Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его, любил Его и служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей. Но это еще не все. Он говорит, чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые я сегодня заповедую тебе, дабы было хорошо. А где у нас было хорошо первый раз и последний, кстати? В Эдемском саду. Написано, и посмотрел Господь на все творения рук своих и увидел, что это хорошо весьма. Он говорит, будете соблюдать, и вам будет также хорошо. Вот у Господа Бога твоего небо, и небеса небес, и земля, и все, что на ней. Но только отцов ваших принял Господь и возлюбил их, и избрал вас семя их после них из всех народов, как ныне видишь. Еще раз прочту. Но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их. О ком идет речь? Авраам, Ицхак и Яков. Мы, написано, маслина привитая, если мы язычники, да?
Если мы евреи, то, слава Богу, мы дети Авраама. По завету, не с Моисеем. Как сегодня говорят местные товарищи, вот эти вот. А с Авраамом? А там был завет односторонний. Бог проговорил Аврааму. Авраам очень хорошо слышал Бога, поэтому он уверовал, написано. И это вменилось ему в праведность. Не перед тем, как он животных порубил, а еще в Харане. Еще в Харане он уверовал. И там он стал праведником. Дальше. Итак, обрежьте крайнюю плоть вашего сердца и не будьте впредь жестоковыны. Ибо Господь, Бог ваш, есть Бог богов и владыка владык. Бог великий, сильный и страшный, который не смотрит на лица и не берет даров, который дает суд сироте и вдове и любит пришельца и дает ему хлеб и одежду. Любите и вы пришельца, ибо сами были пришельцами в египетской земле. Мне хочется вот этими местами Писания отвечать сегодня тем, кто говорит русские, убирайтесь к Путину из Израиля. Это Бог сказал. Тот, которому они якобы поклоняются возле Иерусалимского храма. И я понимаю, что они ходят к стене плача поклоняться не Богу, а стене. Но я им напоминаю, у этой стены есть Бог. Написано «Бог богов». Твой Бог – стена, у этого Бога есть Бог. Его зовут Яхве. Бог богов и царь царей. Господа Бога твоего бойся, Ему одному служи, и к Нему прилепись, и Его именем клянись. Он хвала твоя, и Он Бог твой, который сделал с тобою те великие и страшные дела, которые видели глаза твои. В 70 душах пришли отцы твои в Египет, и ныне Господь Бог сделал тебя многочисленным, как звезды небесные. 75 человек из дома Якова пришли в Египет. По выходу из Египта сколько их было? 630 тысяч мужчин, евреев, не считая женщин, детей и слуг. У рабов слуги. Улавливаете, да? То есть представьте себе страх и ужас, который видели люди, идущие по пустыне. Вот, они выходили на балкон свой. Да, и идет Израиль. В форме креста, кстати, да. Идет вот так вот. И я, кстати, не удивлен, почему муавитские и едомские цари не пустили израильтян к себе. Минимум 1,5 миллиона человек. Стройными рядами такими. Еще там дети орут, козы блеют. Представляете? И впереди них облачный столб и огненный столб. Бог хотел через это показать, кто чей Бог. Кому поклоняться стоит, а кому нет. Кому стоит примириться с этим Богом, а кому нет. Вопрос задается следующий. А мы сегодня показываем своим существом, с каким Богом нужно примириться? Я не знаю. Может быть, да. Может быть, нет. Может быть, не везде. А Бог провел их мимо всех этих языческих княжеств к самому нелюбимому его языческому княжеству, которое назывался Ханаан, чтобы все видели, кто такой Бог. Все. Когда Он нас ведет в свой шаббат, в свою землю обетованную на небесах, показываем ли мы по пути своему, кто такой истинный Бог? И мы так прокрадываемся в ночи, чтобы никто не заметил. Как на иврите говорят, метахат ля радар. Ну, на всякий случай. И пошли. Итак, написано, «Люби Господа Бога твоего, соблюдая, что повелено им соблюдать, и постановление Его, и законы Его, и заповеди Его во все дни». Сегодня израильтяне, я вам по секрету скажу, и мы тоже, стали не людьми завета, а людьми закона. Мы сегодня делаем что-нибудь и спрашиваем,
Ой, а может, это не по Библии? Ой, а не согрешил ли я вот в этом? Сейчас надо поискать. Пастор, слушай, я вот такое вот понаделал. Может, я согрешил? Что-то все так на меня посмотрели. Кого-то я... Как... Не помню, да? А, не поняли. Есть очень большая разница между стать людьми Божьими и стать людьми книги. Знаете, как в Коране называют израильтян? Дети книги или люди книги. Их не называют люди Бога. Израильтяне 2000 лет являются людьми книги. Они поклоняются книге. Они возвели книгу в ранг Бога, хранят его за занавесью, эту книгу, вытаскивают ее раз в год и пляшут вокруг нее, целуют ее, поклоняются ей, украшают ее коронами, серебряными окладами. Дежавю. Исаия же писал этого не делать. А они делают. Это большая разница. Больше чему мы поклоняемся? Мы хотим выйти из рабства греха, из нашего египетского рабства, соблюдать закон, или мы все-таки хотим соблюдать завет? Это разные вещи. Соблюдать закон – это не есть... Что там нельзя есть? Да ничего нельзя есть из того, что сегодня продается. Кстати, вопрос у меня к вам. А курицу можно есть? Можно? Кто за то, что можно есть курицу? Поднимите руку. Еще раз, поднимите, пожалуйста, и не опускайте. Кто за то, что можно есть курицу? Это я сейчас просто прочитал, сделал небольшой экзамен. Читали вы Библию или нет? Опустите руку и постыдитесь. Нет упоминания курицы в Библии вообще. Нет, если вы соблюдаете закон, то нельзя. А если вы все-таки люди Божьи и соблюдаете завет, то чистому все чисто. Что? Что, курицу нету? Найдите мне курицу в Писании, поговорим. Так вот, для чистого написано в Писании все чисто, а для нечистого ничего не чисто. Поэтому если мы с вами сегодня будем... А креветки можно кушать? Нет, нельзя, не будем кушать креветки. Ну, я их не ем просто, мне все равно. Но когда мы начинаем проверять по Библии, а все ли мы делаем правильно, мы становимся людьми закона, мы становимся подвластными, мы уходим в рабство духа религии, мы должны жить по сердцу. А сердце наше должно быть обновленное. А уши сердца должны слышать Слово Божие. Бог говорит, слушайтесь гласа моего. Он говорит вам, он говорит, что так, как командующий парадом, да, слушайтесь гласа Бога с моего, голоса моего. Бог говорит, шамуна кули. В некоторых местах шамуна бе кули. То есть, слушайте голос мой. Слушайте. Прислушивайтесь к Нему. И это не только команды, это общение. Бог не создал Адама с Евой, чтобы их строить в Эдемском саду. Он их создал, чтобы общаться. Он нас создал, чтобы с нами общаться. Он хочет с нами общаться. Но Он Бог богов и Царь царей. У Него есть программа. Он был до начала, и Он будет после конца всего. Он первый, и Он последний. И Он точно знает каждый наш шаг. И Он предостерегает нас, послушай, сюда не ходи. Это не делай. С тем не дружи. Это не кушай. То не пей. Потому что Он знает намерения свои по отношению к нам во благо, а не во зло. Но иногда нужно сделать что-то дискомфортное. Например, встать и выйти из земли предков и пойти неизвестно куда, через всю пустыню, на верблюдах, с племянником, с женой, без детей. Вы думаете, было комфортно, что ли?
ни одной гостиницы по пути. Ночевали в пустынях, в палатках, под открытым небом фактически. Но зато награда какая? Итак, Бог не спасал евреев и нас с вами для того, чтобы мы исполняли закон. Бог спасал нас для того, чтобы мы жили с Ним в завете. И Он хочет этот завет нам рассказывать каждый день. Через слово, через проповеди, через общение с пастором, через общение с братьями и сестрами. Через некомфортные дела. И Бог хочет, чтобы мы прислушивались к тому, что Он говорит. Почему-то вот внутренний голос, интуицию мы слушаем. И мы все время говорим, интуиция мне подсказала. Хорошо, называй это интуицией. Но когда ты называешь это интуицией, то кому ты поклоняешься? Святому Богу или интуиции? И Он тебе говорит, не ходи, не делай, не страшно. Я сам вот, буквально 2 дня назад, мне нужно было успеть на поезд. Закончились занятия, мне нужно было успеть на поезд, быстро приехать в Ришин, был еще дождь, если вы помните. Я думаю, если сейчас не успею на этот поезд, следующий через час. Я поторопил брата, говорю, добрось меня до вокзала, и я, чтобы быстренько успел на поезд. Мы собрались, поехали, взяли еще там одну сестру, одного брата, поехали на поезде, мы успели, доехали, сели, приехали. А мне нужно было на встречу, короче, встреча не состоялась, потому что дождь, я зря торопился. И ко мне подходит та сестра, которая с нами поехала, она говорит, мне очень стыдно. Я говорю, что случилось? Вот мы с тобой быстро собрались, потому что тебе нужно было срочно бежать. А наша, еще одна сестра, она, говорит, шла под дождем 10 минут под проливным до этого вокзала и промокла вся. А говорит, мне вот что-то внутри подсказывало, надо ее дождаться. Я говорю, слушай, мне тоже подсказывало, не торопись, ничего не произойдет. Мы не слушаем Бога. Я подошел просто к этой сестре, извинился, говорю, прости меня, я не знал, что... Ты сама сказала, что ты хочешь прогуляться по свежему воздуху, мы тебя и не ждали. Ну, начал искать оправдание. На самом деле Бог-то проговорил мне, подождите ее, не уезжайте без нее. Но мы не слушаем. И это в мелочах. А в более крупных делах? Как насчет продай все имение свое, раздай нищим? Отойди от меня, сатана. Итак, Бог создал 10 заповедей для того, чтобы написать и положить его, этот завет в двух местах. Каменный в ковчег завета, а реальный здесь, каждому из нас. И чтобы нам проще их было выучить, последующие отцы церкви даже расписали это по пальцам, на пальцах одной руки. Знаете, как говорят, можно пересчитать на пальцах одной руки. Скажите, как одной? Ведь заповеди 10, а пальцев-то 5. Давайте считать. Развлечемся, иллюстрацию такую. Большой палец. Он является основой нашей ладони. Вы можете цепляться за все, что угодно. Если у вас нет большого пальца, вы не можете сжать то, что вы зацепились. И со временем ваша рука ослабнет. Большой палец – это замок. Это основа нашей ладони. Без него ладонь действует неполноценно. Более того, люди с удаленным большим пальцем, у них постепенно атрофируются и все остальные мышцы на руке, и они вообще теряют возможность что-то крепко держать в руках. Так вот, большой палец – это бояться Господа. Страх Господень написан в начале мудрости, да? И страх распределяется по шкале. От панического страха – гора, огонь, гром, до полного доверия. Это все вера, страх. Это то, что называется на иврите «Ир-ат Адонай». Не пахад, хотя и это тоже Бог способен дать, как израильтянам в пустыне перед горой, а «Ир-ат Адонай». «Ир-а» – это слово, которого нет ни в одном языке мира. Как Кинг Джеймс не пытался перевести, у него это «fear» и все. Это страх. На русском языке «страх Господень». Нет. Страх –
Это когда мы боимся чего-то панически. А ЕРА – это когда мы не хотим нарушить мир. Когда нам страшно жить без Него. Как только у нас появляется ощущение того, что мы вдруг можем оказаться не с Иисусом, у меня появляется вот этот страх. Я не панически боюсь, а я боюсь просто еще чего-нибудь натворить. Знаете, как слон в посудной лавке, чтобы не развернуться, еще что-нибудь не разбить. Подумать, а где чего нарушилось там? Где чего я сделал не так? Как отойти обратно, чтобы вернуть все в первоначальный момент и продолжить уже в правильном направлении? Вот это страх. Итак, мудрость и страх Господень – основа нашей ладони. Указательный палец. Мы когда говорим «иди», мы каким пальцем показываем? Указательным. На то он и называется – указательный. Итак, указательный палец, он указывает нам на то, чтобы, первое, мы ходили путями Божьими. Помните, почему Еноха, Ханоха, забрал Бог и не стало его? Потому что он ходил путями Божьими. Не просто ходил путями Божьими, но и талех им Адунай. Ходил с Богом. А Бог не ходит с людьми, которые неправильные. Согласны? Кстати, Ной тоже ходил с Богом, если что. Нам надо ходить с Богом. И второе, куда мы можем показать, это так жить. Вернее, туда идти и так жить, как Бог показывает нам. С помощью нашей плоти. Вот пастор Игорь вчера сказал, когда подошел, говорит, вот если Господь придет и скажет, можно твоим телом попользоваться? И мы говорим, да, и Он твоим пальцем показывает тебе, иди туда. Вот как пасторам нашим показал Бог, иди в Иерусалим, иди в Решон-Ле Цион. Иди. И они пошли. Потому что это и есть второе, что Бог от нас хочет. Третье. Палец средний. Он находится посреди всех пальцев. Он самый длинный. Он самый прочный. Он самый, гибкий. И он самый как цепляющийся такой, знаете. Можно вот этим одним пальцем вот так вот поднимать тяжелые вещи, чего нельзя сделать указательно. Например, эта мышца, которая держит палец, она больше всего развита. Это любовь. Она лежит в основе всего, посреди всего. Вот таким центральной линией проходит любовь. Он говорит, любите Господа Бога вашего. Любовь – это не эмоция и не состояние. Любовь – это образ жизни. Человек может либо любить, либо ненавидеть. Говорит, как? Нет. Ну, я его просто не люблю. Нет такого. Это вот, если нет света, есть тьма. Если нет тепла, есть холод. Если нет любви, есть ненависть. Его нельзя просто не любить. Его надо либо любить, как Бог нас полюбил, безусловно, либо ненавидеть. Но если мы ненавидим, написано, какой мерой мы меряем, такой нам отмерено будет. Итак, мудрость и страх Господень, ходить путями Божьими, любить. Призыв к любви, призыв к спасению, он безусловный. Бог пришел, просто сказал, говорит, я тебя могу спасти. Для этого тебе нужно получить 2 теологических образования, курс водного крещения, 4 посвящения на пророческое служение, дар говорения на иных языках, ну и кадила. Иначе не спасешься. Так у вас было? Нет? Бог просто сказал и говорил, и пришел и сказал, я тебя люблю. Такой, какой ты есть. Или таким, какой ты есть. Да, ты будешь косячить в моем присутствии, я знаю. Но потому что ты знаешь, что я твой Бог, ты будешь бояться косячить, и это приведет тебя к мудрости. Но условия я тебе не ставлю. Просто приходи и спасайся. Так было? Потому что Он возлюбил мир так, что отдал Сына Своего Единородного на смерть мученическую, чтобы каждый из нас не погиб. Итак, следующий палец, безымянный. У него имени нет. В английской традиции его просто по номеру называют 4-й палец. Но на этом пальце, кто на правой, кто на левой руке, носит кольцо обручальное.
Обручальное кольцо, оно обозначает, кстати, многие священники на нем носят перстень власти с вензелем священнослужения. Это означает, что мы посвящаем себя кому-то. Знаете, когда человек мирской хочет погрешить, он снимает кольцо. И сразу уже не женатый. Одевает кольцо – женатый. Снимает кольцо – не женатый. Одевает кольцо – женатый. Иисус говорит, все, что Бог сочетал, человек да не разлучает. Сочетал тебя Бог браком. Это навечно. Потому что если бы ты был бы как в своей мирской жизни. Сегодня я дружу со своим мужем или со своей женой, а завтра не дружу со своим мужем или со своей женой, то ты бы сегодня спасался, а завтра бы горел. Сегодня спасался, а завтра бы горел. И так каждый день. Но у нас, на секундочку, прототип нашей земной свадьбы есть свадьба, которую мы все ожидаем. Это свадьба вечная. И нам к ней нужно готовиться. А если мы уже сейчас, будучи верующими, вошли в состояние брака друг с другом и начинаем отношения выяснять, то мы ставим нашу любовь под условие. А любовь условной быть не можем, и это значит, мы уже никому не принадлежим. Мне вчера был разговор с нашим братом, с Виктором. Я говорю, что Павел писал, как пастор Тимофея, он сказал, подражай мне, как я Христу. Да? Так написано? Подражай мне, как я Христу. И мы должны пастору подражать, как он Христу. И в ответ было совершенно легитимное заявление. Он говорит, а что, ты всегда Христу подражаешь? Я говорю, нет, к сожалению. Но я хочу, чтобы в тех местах, где я подражаю Христу, ты подражал мне. Потому что Христа с вами сейчас рядом нет. Это была Его воля уйти, чтобы у каждого из нас был Дух Святой. Потому что Иисус был во плоти. Он не мог находиться рядом с вами и в Ришине, и в Иерусалиме одновременно. Его воля была, чтобы Он ушел и пришел Дух Святой. И сегодня наше духовенство, наши наставники являются тем самым прообразом Христа. Всегда ли они ведут себя круто, правильно, подражают Христу? Нет, к сожалению. Но поверьте мне, они всегда больше подражают Христу, чем мы даже им. Это я вам из опыта говорю. Поэтому наша любовь, вот эта свадьба, вернее, наш брак, который мы заключили с нашей церковью. Знаете, когда нам становится плохой церковь, то мы опять ставим ее под условие. Что ты сюда пришел? Тебя сюда насильно кто-то завел? Ты сам сюда пришел. По своему выбору. Ты здесь сам покаялся. Теперь вдруг он тебя не устраивает? Знаете, фразу такую прочитал, не помню, кто написал. Говорит, менять жену по причине закончилась любовь, это все равно, что менять машину по причине закончился бензин. Есть заправочные станции. Как она выглядит? Вот так. Зарядитесь отсюда любовью и продолжайте жить. Последний палец – это мизинец. Мизинец – это единственный палец, который мы, если нас спросят сейчас, какой палец мы готовы отрубить, просто отрубить, это мизинец, он нам не нужен. Знаете, мизинец на ноге, он для чего предназначен? Чтобы проверять, на месте ли вся мебель в квартире. А на руке вообще непонятно для чего. Некоторые, чтобы оправдать его наличие, на нем тоже кольцо носят. Ну, чтобы вдруг посмотреть, ага, мизинец, да, все, что-то висит на нем. Некоторые в ухе ковыряются. Некоторые в носу. А? Можно что-то откручивать и закручивать. Можно много чего с ним делать, на самом деле. Но это единственный палец, от которого мы готовы отказаться, если что. И обратите внимание, что функционал ладони при этом не пострадает. Не пострадает. Она будет все так же работать, как и с мизинцем, так и без. С мизинцем, конечно, удобнее. Да, но без мизинца будет также эффективно. Так вот, объяснение этому очень простое. Религия сегодня
развивает мизинец. Мизинец – это соблюдение закона и правил. А Бог говорит, вот эти четыре развивайте, потому что когда эти четыре будут развиты, это придет автоматически. Автоматически. Не надо будет заботиться, соблюдаю я или не соблюдаю. Ведь Иисус, когда уходил, Он спрашивал, Он же как сказал, правильно, помните, да, Он сказал, если любите Меня, скажите Мне об этом. А в другом месте Он сказал, если любите Меня, напишите Мне классный псалом и спойте его круто. Так? А что Он сказал? Если любите Меня, заповеди Мои соблюдайте. Если у нас есть мудрость, страх, если у нас есть хождение с Богом, если у нас есть любовь, если мы посвящаем себя Богу, вот это приходит автоматически. Попробуйте разжать руку. Возьмите вот так руку, сожмите в кулак. И разожмите так, чтобы мизинец не разгибался. Тяжело, правда? Нужно напрягаться. Он автоматом распрямляется. Нет, у тебя все кривенько как-то получается. А я говорю, распрямите ладонь, не сможете, мизинец разгибается. Нет, Леша, не вот так. А вот так, сжать кулак, а потом полностью распрямить руку. Итак, вернемся к исходу из Египта. И вот что, знаете, к вам, наверное, тоже приходили люди и спрашивали вас, слушай, а в чем же заключается ваше Евангелие? Ну, расскажи нам. Приходили? И что вы им рассказывали? Давным-давно в Эдемском саду, когда Бог закончил творить животных, Он в них запутался и решил их чем-то назвать. Тогда, чтобы самому не мучиться, создал человек. Ну так, да, вы рассказываете? А человек, когда всех животных назвал, ему тоже стало скучно, потому что все животные названы, и ему захотелось попробовать плод дерева. Ну, вы же не оттуда начинаете рассказывать. Мы же рассказываем Евангелие причины, а не Евангелие источника. Евангелие источника проповедовал Иисус. Он проповедовал везде что? Царствие Небесное. Мы не проповедуем с вами Царствие Небесное. Это не то, что Иисус просил нас сделать. Мы проповедуем Евангелие спасения. Причина. Был грех, была жертва, грех искуплен. Принимаешь жертву, и твой искуплен. Не принимаешь, не искуплен. Так вот, евреи сегодня начинают рассказывать очень много интересных историй. А Бог прямо тогда в пустыне, смотрите, что сказал. Это второзаконие, можете открывать, можете нет, но проследите, чтобы вам было понятно. Прежде чем что-то кому-то рассказывать, Евангелие ему расскажите. Второзаконие, 6 глава, 20 стих. Сы 20 стиха. И смотрите, какое интересное здесь есть начало. Может быть, вы никогда не вдумывались в это дело, но мне это очень интересно. У кого есть здесь дети неверующие? Дети неверующие. Окей. Если спросит у тебя сын твой в последующее время, говоря, что значат сии уставы, постановления и законы, которые заповедал вам Господь Бог ваш? Не наш, а ваш. Это значит, что он не внутри процесса. А мы им будем говорить, это нужно свинину не есть, и нужно палиться и поститься. Да? Мы же так людям проповедуем Евангелие. Смотри, если не покаешься, А здесь написано очень просто. То скажи твоему сыну так. Рабами были мы у фараона в Египте, но Господь вывел нас из Египта рукою крепкую, и явил Господь знамения, чудеса великие, казни над Египтом, над фараоном, над всем домом его перед глазами нашими. А нас вывел оттуда, чтобы ввести нас и дать нам землю, которым клялся отцам нашим дать нам. И заповедал нам Господь, смотрите, внимание, заповедал нам Господь исполнять все постановления сии, чтобы мы боялись Господа, Бога нашего, чтобы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как теперь. И всем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все эти заповеди перед лицом Господа Бога нашего, как Он заповедал нам. Бог нам не сказал, соблюдайте. Вот тут написано закон, а там написано Тора в оригинале. Тора – это завет, это не закон. Потому что завет запечатлен у него на камне и у нас на сердце. И если мы будем этот завет соблюдать, написано, нам будет хорошо во все дни, как в Эдемском саду.
На этом основании Иисус приходит и проводит нам Нагорную проповедь, потому что итог Нагорной проповеди, он очень простой. Ты – это то, что ты делаешь. Если ты сегодня делаешь, как Бог хочет, то ты Божий. Если не делаешь, ты не Божий. Ты можешь быть в праведности, ты не можешь быть в праведности, если ты не подкрепляешь свои провозглашения делами. Вера без дел мертва. И мы это то, что мы делаем. Мы соблюдаем, мы Божьи. Не соблюдаем, мы не Божьи. Мы не в завете с Богом. Мы умрем завтра, если не будем соблюдать? Нет. Но мы не в завете с Богом. А что значит быть не в завете с Богом? Это изгнание? Херувим? И земля, произращающая волчьи тернии. Это не быть в завете с Богом. А что значит быть в завете с Богом? Это когда посмотрел Бог на все творение свое и понял, что это хорошо весьма. Включая тебя. Авраам был, как я уже говорил, праведником еще до того, как он с Богом разговаривал на очень интересные темы. Типа, ну я, конечно, тебе доверяю, но покажи, как это будет выглядеть. Ну, на всякий случай. И Гидеон также доверял. Не, Господь, я тебе верю, честное слово говорю. Ну, только шерстку давай, вот, раскидаем. Но все были праведниками. Почему? Потому что они до этого... Праведность – это факт. Это если мы доверились, мы оправдались. Вот спасение – это процесс. Поэтому Павел пишет, не надо совершать свою праведность в страхе и трепете. Он говорит, надо совершать спасение свое в страхе и трепете. Это значит, нужно трепетать перед Богом, мудрость, чтобы не нарушить Его завет с тобой, односторонний. Но он говорит, он, конечно, односторонний, но ты тоже давай на мою сторону переходи, ты же меня представляешь. Мы же послы какого царства-то? А позволяем себя вести как послы какого? Мы не можем соблюдать заповеди, если не знаем, за кем мы идем. Если мы не знаем, за кем мы идем, мы не знаем только по одной причине. Мы не знаем, потому что мы голоса не слышим. И я хочу подытожить и взять, может быть, вы запишите себе конспект. Это Римлянам 10 глава, 14-15 стихи. Это не перевод Библии, то, что я сейчас вам прочитаю. Это интерпретация того, что там написано. На понятном языке. Как мы же ведь хотим жить, и жить вечно, и жить с избытком, правильно? Аминь? Аминь. Как они будут жить, если они не услышат? Как они повинуются, если не боятся? Сегодня много верующих, которые не боятся Бога. Не боятся Бога. Они говорят, я спасен кровью Иисуса Христа, мне бояться нечего. Кто судит детей Божьих? Спрашивают они меня, агрессивно нападая с Библией. Детей Божьих только Бог судит, конечно. Но я пойду, пожалуй, потому что с тобой не о чем разговаривать. Как они будут бояться, если они не узнают, чего бояться и как бояться? Если мудрости у них нету. Как они узнают, если они не слышали? Вот, опять же, с Виктором разговаривали, у него играет Евангелие, он его слушает. Я тоже, когда первый покаялся, первую свою Библию, я ее слушал, я не читал, мне ее не было, я ее слушал. От слушания приходит просто, знаете, даже от слушания приходят такие откровения, потому что Бог хочет с нами говорить, это Его Слово. И если мы не принимаем вот эту книгу как Его Слово, как написано в Библии, ой вей. Там так написано. Ой ва, вой там написано, но я говорю, ой вей. И как они будут слышать, если никто не читает? У кого Библия с собой есть? Поднимите, пожалуйста, руки, у кого есть с собой Библия. Теперь опустите руки, оставьте держать руки, у кого Библия есть с собой всегда.
Теперь опустите руки те, кто Библию читает. Держите руки те, кто Библию читает всегда. Всегда. Написано, в законе Божьем пребывает день и ночь. Я не посмелю сказать такое, что ночь я сплю, я не знаю, чем занимается моя душа и где она пребывает. Я знаю, что у Бога, но вникает, наверное, там в закон Божий, я не знаю. Очень хочется верить. Чтение Библии – это то, о чем мы должны говорить с вами каждый день. Мы должны читать Библию, мы должны читать Слово Божие, в нем наставление. Брать Библию, читать Откровение и помнить мудрость и страх Господень, пути Божьи, любовь Божья, которая в нас, посвящение себя Богу, и автоматом придет соблюдение. Если мы не в этих четырех, соблюдать мы ничего не сможем. Потому что тут написано, как будут они бояться, если не знают. Я хочу, чтобы сегодня вы из этого собрания вышли и поняли, что жизнь в поклонении – это не здесь. Здесь это мы приглашены Богом в Его присутствие послушать, что Он говорит. А жизнь в поклонении – это то, что мы делаем до того. Наша жизнь как поклонение. В страхе и мудрости, в путях Божьих, в любви Божьей и в посвящении. И за это предлагаю помолиться. Отец Небесный, я благодарю Тебя за это. Слово Тебе, встанем на ноги наши, здоровые, слава Богу, который нам Господь дал. Он достоин, чтобы молиться Ему и прославлять Его стоя. Аллилуйя. Отец Небесный, благодарю Тебя за этот вечер, Господь. Благодарю Тебя за Твое Слово, которое живо и по сегодняшний день, Господь, и будет живо до последнего дня Твоего, которого Ты приготовил нам, Господь. Я прошу Тебя прямо сейчас, Господь, этим словом разделяй, Господь, да все в нашей жизни разделяй на хорошее и плохое по Твоим пониманиям, Господь. Научи нас слушать голос Твой, чтобы мы слушали не только закон в этих словах Твоих, но чтобы мы слушали именно беседу Твою с нами, Господь. Чтобы мы познали Тебя, Господь, в сердце своем, Господь. Поселись там, Господь. Ты волен просто избавить нас от всего, что там находится и что не принадлежит Тебе, Господь. Мы верим, что Ты способен очистить наши сердца, Господь, на таком уровне, чтобы святость Твоя, Господь, позволила нам действительно с дерзновением подходить к Твоему престолу благодати, чтобы мы без сомнения подходили туда, Господь. Я прошу Тебя прямо сейчас, Господь, во имя Иисуса Христа, на тех, кто еще не познал Тебя, Господь, просто дай им это познание, Господь. Проговори в жизни этих людей, Господь, прямо сейчас. Те, кто сомневался, те, кто думал, что что-то не работает в жизни, что Слово Божье устарело, что оно уже не имеет смысла, что оно не говорит к нам, и это все ветхое, и близко к уничтожению, Господь, явись сейчас. Ты, Господь, живой. Ты, Господь, который умеет говорить с нами, умеет видеть нас, умеет понимать нас, Господь. Мы Твое творение, Господь. И мы хотим, чтобы Ты показал нам, как Ты хочешь нас использовать. Открой наши уши, сердец, Господь. Говори к нам. Научи нас слушать голос Твой, чтобы нам было хорошо во все дни, Господь, в Твоем присутствии. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Благословение Его. Спасибо, Авиэль. Хорошее слово. На самом деле, наша жизнь заключается, или поклонение Богу, в том, как мы ведем себя на улице. И вы знаете, я бы вот там написал, как и в нашей общине, что выход на служение, он вот там. Выход на служение. Потому что, знаете, люди смотрят на нас. Люди смотрят на нас, верующие ли вы или неверующие. Они смотрят на ваши дела, поступки, и как мы, и кого мы являем в этот момент. Поэтому страхом и трепетом будем именно совершать свое спасение, и да будет прославлено во всем этом Господь наш и Бог. Аминь. Будьте благословенны, шаббат шалом всем, и до встречи в следующий шаббат. Аминь. Слава Иисусу.